Всем доброе утро! Сегодня будем делать милирование на корне. Прикорневое милирование. Вот я уже набрала тоненькие прядочки. Будем штопать, набирать всю голову, не затрагивая другие волосы. Красились 2 месяца назад. Затем мы это все затонируем. И, естественно, стрижка. Вот так. Так набираем всю голову. Так. Вот все. Набрали всю голову. Видите, как получилось. Краска действует 40-50 минут. Несколько этапов. Здесь мы первые начинали. Вот так, чуть-чуть приоткройте и посмотрите. Вот так, пальцем. Видите, светлое, никакого желтого оттенка. Значит, эту часть можно смывать, не затрагивая другие. Смывать только водой, никакой шампунью, просто водой. Даже если где-то останется чуть-чуть, ничего страшного. Одной водой. Подсказывай. Смыли одну часть. Это наша база, основа, которую мы будем потом тонировать. Сидим дальше. Вымыли 2 раза шампунем. Все смыли. Бальзамом пользоваться не надо, так как мы сейчас будем наносить тонирование. Тонирование размешала вот эти номера. Егор Рояль я пользуюсь. Плюс добавлю хромоэнергетический комплекс, поливитамины. Он действует с краской, проникает в волос. 5 мл. Сначала я смешала краску, сейчас буду добавлять оксидант. 1 к 2. Получается, будет получаться жемчужно-пепельный цвет. Добавили оксидант. И наносим краску тонированием. Прямо по всей голове. Еще раз повторяю, чтобы волосы были вымыты только шампунем. Потому что когда будем смывать простой водой, мы потом это все закроем, чешуйки, бальзамом. Все, красим. Нанесли. Время действия краски 30-35 минут. Все, смыли, простой водой смыли, а потом нанесли бальзам. Шампунью не надо было мыть. Все, сейчас равняем волосы. Делаем стрижку. Вот промелировались и затонировались. Подстриглись. Таким переходом пепел блонд. Всего доброго, подписывайтесь на мой канал.